Объект, ну, действительно нужный, потому что это транзитный транспорт, который сейчас идет через город, это и грузовики, и легковой транспорт. Все едут через город. Естественно, это не может ни с экологической точки зрения, ни с точки зрения комфортного проживания никак нравиться сасовцам. Ну и, собственно говоря, поэтому сейчас можно уже пользоваться будет плодами строительства этого обхода, потому что весь транзит должен пройти здесь, мимо. Ну и, конечно, в городе будет меньше пробок, в городе будет лучшая экология, потому что машины обойдут его. Я считаю, что это здорово. Это один из крупнейших проектов новой истории дорожной отрасли Рязанской земли и Рязанского региона. В настоящее время расчетно 10 тысяч транспортных средств ежедневно будут проходить по этому новому обходу. Тем самым полностью изменится экологическая ситуация и ситуация с нагрузкой дорог в самом городе Сасово. Надеюсь, такие проекты будут реализовываться в дальнейшем так же оперативно и с таким же размахом и системностью, как реализована данная дорога по обходу города Сасово. Мы сдаем один из объектов, открываем торжественно автомобильную дорогу Шац-Касимов на обходе города Сасово. Очень значимый объект для города, так как он позволяет увести весь транзитный транспорт с территории уличной дорожной сети города, тем самым позволяя людям и жителям дышать свежим воздухом, поднимает экологическую обстановку города, а также сохраняет исторический центр. Для нас этот объект значимый. Мы являлись генеральным подрядчиком этого объекта. Получилось все достойно, качественно. Я очень рад, что так сработала команда. И хотел бы отдельно и большую благодарность выразить всем тем, кто принимал участие в этом строительстве. Мы очень рады.